Мерлин, ну просто чудо-магазин. Все, от говна до сметаны. Все, ящичек купил себе под инструмент, чтобы ничего не валялось у меня, чтобы все для работы, все для труда. Советую, Леруа Мерлен, наш друг. Да, поехали дальше. У вас есть пеларгония такая? Вот раньше герань называлась, сейчас как нету? Куда дели? Ну вот, к сожалению, пока нету поставщиков. Да? Будет только 8 марта. К 8? Да. Отлично. А это есть у вас, как она называется, грибы? Грибы, семена, семена, конечно, есть на подиуме, есть здесь в шале. Помогите мне выбрать. Пойдем, здесь, пойдем. Так. Вот мне разные надо, красивая Юлечка выбрать. Вешенку мне надо и шампиньоны. Вот. Которая переживает. Вешенка. Так. Так, шампиньоны. Вот это. Так. Там, наверное, в отделе еще были белые шампиньоны. Но они хорошие, да? Все хорошие, да. А землю как выращивать-то надо? Землю обрабатывать надо? Подкормки есть? Глубоко так не изучала, надо, да, надо изучить, почитать. Ну как же так? Все невозможно изучить. Всё, спасибо, Илья. Пробуйте. Ага. Там у вас мебель? Ну вот, купил я шампиньончики себе, вешенку купил себе, потом шампиньон коричневый какой-то купил и еще какую-то вешенку белую. Ну, навозу много. А грибов мало. Будем сейчас переквалифицироваться, перерабатывать будем навоз. Если взойдут, я буду выращивать еще и шампиньоны. Да, седина в бороду без в ребро, так говорят. Поехали дальше, мои золотые, поехали. Ой, господи, вот дошел до души. Надо душевую кабину устанавливать дома. Самую маленькую, самую простенькую возьму. Ну, хоть всегда после работы пришел, ополоснулся. И ты видишь, что ты чистый, свежий, всегда лег спать, отдохнуть. Ну вот, наверное, возьму вот эту за 15 тысяч, 15 400 плюс доставка. Ну, что делать? Знаете, все равно человеком надо оставить. 14 900, да? Да. Угу. Спасибо. Вот. На доставку оформите ее, пожалуйста. Еще что-то добавлять будете, кроме кабины? Нет, все, спасибо. Там и душевой кран, и слив, вот и все. Отлично. Вот видите, как хорошо в Леруа Мерлен специалисты помогают подобрать и бюджетный вариант, и всю установку. Спасибо вам. 2 часа не прошло, а уже вымотанный, как собачий хвост. И туда, и сюда уже полтележки, вся зарплата ушла с пенсии, с вашими пожертвованиями, не знаю. Еду в кухню, жму, давлю на газ, еду в кухню. На душе... Кошки скребут от ужаса. Как магазин умеют делать, построить красиво. Все есть, все, бери, покупай, радуйся, строй, выстраивай, пожалуйста. Раньше же, господи, я помню, краски не достать. Кисти со стройки воровали, а побелишь и засоки делали. Сейчас все, отдай деньги и работай, наслаждайся. Добра вам, мои дорогие. Путешествуйте по Леруа Мерлен с кошельком и с любовью. И немножко мелочевки вместе с моими грибочками. Пойдем в кухню теперь. Дадут мне кредит, не дадут, не знаю. Ну, испыток не убыток. Поехали. Ну, добрался я до отдела кухни. Вот они разные, красивые. Пойдем со мной. Разные, красивые. Господи. Хоть... Блять, ну красота такая, хоть языком лежи, а? И люстры, вот все есть, все. Ну, вы вспомните себя в своем детстве. Разве вы могли когда себе такое позволить? Да никогда в жизни. Сейчас только деньги отдаю. Живи, работай, зарабатывай, радуйся жизни. И все. Пожалуйста, радуйтесь. Делайте кухню себе с любовью. Пойду кредит брать. Пойдемте. А скажи, ой, прям... Вот как будто с вами всю жизнь, вот как будто с вами всю жизнь. Могу. Вы мне поможете? Конечно. У меня 3 вопроса. Мне нужен шкафчик, вот сушилку на 40 сантиметров. Есть такие? У нас есть, но главная глубина вашего шкафчика. Вот такая, как? 35? Да. Да. Точно? Да. Поможем. Так, сушилку 35. И мне нужно узнать, кредиты даете на кухню, нет? Рассрочка. Рассрочка. Лучше, чем кредит. Да? Да. Сколько процентов? Ну, там идет на 6 месяцев, на 10 месяцев и на год. Ну, там проценты
Ну, недорого. Ну, там берут это, по-моему, процент за... страховка. Ага. Какая-то страховка идет, а так все без процентов. Да? Ого, да. Я вас люблю. Пойдем, Тимку, пойдем не кухню собираем. Так. Сушилка у нас. Да, 40. Сушилка. Это что? Идет вверх, вниз и подгончик здесь. Отлично. Там, все. По... да. Цена 1180. Пойдемте, миленькая, мне кухню выберем. Чтобы вам рассчитать кухню, нужно за цифром проектировать. 1,80 м, смотря какая комплектация будет. С такими фасадами у нас на 2,40, расчетный комплект идет 45 789. 45 тысяч, да? Да. Хо! И раз... Все, обнимаю. А как записаться? Записаться? Пойдемте, я вас запишу. Все, спасибо. Оканчивается наш поход. Бюджетик мой сейчас на кассах посчитают и обсчитают. Кухню мы спроектировали 1,80 м. Ну что, я считаю, что в зависимости от кассового чека сделал я бесплатно полезный этот поездку или нет. Все, поехали дальше. Весь потел, весь упрел. Сейчас меня накроет инфаркт. Подошел к святой кассе. Уж касса-то мне поможет сегодня. Да. Ой, иду домой на доставку, везу свой душик. Сколько же людей, сколько же людей. И все плачут, что нету денег. Как это нету денег, когда кассы переполнены, а? Вот она правда, матка. А денег нету. Нету, ага. Поехали с любовью, с радостью на кассу. Лишь бы меня инфаркт не дернул.